Я приехала из Калифорнии. Компания, о которой я буду говорить, недавно приобрела ее Elsevier. И это был технологический стартап в Калифорнии с 99-го года. Он работал. И пока, может быть, не так хорошо видно здесь, но это Сан-Франциско, район такой приморский, и район залива. И компания... Этот проект, который начался уже почти 20 лет назад, и да, мы оба профессоры в Университете Калифорнии, в Беркли, и вот эти два профессора решили новый подход разработать к публикациям, к издательству, и вот назвали B-Press, эту компанию, Berkeley Electronic Press. И 2 года назад Elsevier приобрел этот стартап, эту компанию. Какова основная миссия эти профессора? То они чего не хотели добиться для того, чтобы развить новый подход в издательстве. Основная миссия и тот челлендж, который они видели в существующей среде, состоял в том, что коммерческие издатели, такие как Elsevier или Taylor & Francis, и коммерческие базы данных, такие как Scopus или Web of Science, только отражают только очень небольшой процент очень действительно важных, ценных журналов, которые тоже заслуживают публикации на глобальной арене. И есть, на самом деле, десятки тысяч журналов, которые находятся вне вот этого спектра коммерческого издательства, и десятки тысяч журналов, и я думаю, что вы тоже редактируете как раз тоже такого рода журнал, который не находится в этой базе пока еще. И, соответственно, почему так происходит? Некоторые журналы региональные или на местных языках только написаны. Некоторые очень по небольшим областям работают без какого-то международного применения. А некоторые, как мы уже говорили, это, может быть, какие-то науки об обществе или другие гуманитарные науки, может быть, не такие академические труды, может быть, что-то для более широкой аудитории предназначены. То есть все такие журналы очень ценные тоже. И они, конечно, тоже заслуживают поддержки, даже если они не полностью, может быть, подходят для международных баз данных. Вот такая миссия, которую изначально для себя обрисовали создатели компании. И нужно было дать тоже инструменты таким журналам для международного успеха. И на самом деле эта модель была в США очень успешной. B-Press, прежде чем стали частью Elsevier, специализировались на американском рынке. Примерно 500 клиентов было, и примерно 2000 журналов с открытым доступом поддерживалось. Опять же, в основном в США. Я должна сказать, что из этих 2000 журналов, к которым был открытый доступ, 70 из них были, они сейчас в Скопусе. И в Web of Science примерно такой же объем журналов. То есть некоторые эти журналы признаны были этими индексами, но, опять же, из тех 2000 они все получали одинаковые инструменты для того, чтобы стать успешными на глобальной арене. Нам повезло, последние несколько месяцев мы расширяли наше присутствие, уже вышли за пределы Северной Америки. Я думаю, что это хороший знак, и это показывает, что все это важно не только для США, но и многих других стран. И вот, например, правительство Узбекистана получило национальную лицензию на журналы. То есть они, национальные журналы, теперь будут на такой платформе, базовой платформе размещать, и как раз об этом мы сегодня и говорим. И Лига арабских государств тоже есть, уже разработано национальное решение для журналов, арабских журналов. Опять же, каждый журнал заслуживает профессиональной платформы и, соответственно, инструментов международного продвижения. Также я хотела бы сегодня озвучить некоторую информацию, в основном из США. Касается США, это тенденции того, как, смотря на вот этот корпус 2000 журналов, 70 из них в Скопусе, и каковы основные характеристики такого типа журналов? Такой профиль, какой профиль этих журналов. Здесь, может быть, плохо видно, я просто проговорю сейчас, что на слайде. Работает ли у нас кликер? Сверху слева. И, опять же, рост. Это очень популярная инициатива, и многие журналы такими потребностями обладают. И поэтому, видимо, рост от 0 до 2000 произошел буквально очень быстро за несколько лет. И большинство этих журналов — это открытого доступа журналы, и мы слышали уже о том, что это направление, конечно, направлено на будущее, и это
И если новые журналы появляются, они, конечно, появляются в основном как open access журналы с открытым доступом. Здесь, может быть, плохо видно, но если мы снизу справа посмотрим на диаграмму различных дисциплин, и чтобы долго в это не углубляться, в основном журналы эти по социальным дисциплинам, гуманитарным дисциплинам, и только четверть из них это наука и технологии, 50%, 75% это право, это языки, это лингвистика, литература, антропология, гуманитарные науки, и, собственно, это показывает тот гэп, тот пробел, который есть в коммерческих базах данных. Нет достаточно репрезентации таких журналов. И вот, собственно, куда все эти журналы направляются теперь. Таким образом, как сделать так, чтобы у каждого журнала был доступ к наиболее продвинутым инструментам успеха, достижения успеха? Есть три элемента, которые мы для себя определили. Такой секрет успеха. Если вы спросите редактора с цифрой, кто работает, они тоже, наверное, назовут что-то из этого списка. Первый – это журналу необходимо выглядеть профессионально. Очень важна репутация. Когда редактор или будущий автор или рецензент смотрит на ваш журнал онлайн, это он должен сразу показывать, что это профессиональный журнал, его онлайн-версия, что он международный, на международном уровне актуален и так далее. И также еще комментарии на цифровой платформе, какие есть. У нас все журналы, у всех свой дизайн, свой брендинг, и есть команда профессиональных дизайнеров, которые занимаются такой работой для каждого журнала. Поэтому в этом плане журналы подняться проще. Больше подробностей, как я уже сказала, да, кастом специальные дизайны и брендируются, и статьи, и материалы. Мы даем инфраструктуру, которая делает так, что буквально с первого взгляда видно, что журнал профессиональный. И многие редакторы начинают, сейчас все больше слышат, я думаю, что вы тоже, что авторы заинтересованы в публикации не просто статей, но также и видео, или каких-то других данных, или симуляций. То есть не просто текст, а разные форматы. Хочется разных форматов, нового медиа. И мы такие возможности тоже встроили, понимая, что будущее издательство, и в особенности в гуманитарных науках, но даже и в науке, пойдет шире, чем просто печатное слово. Поэтому здесь несколько примеров. Как раз снизу справа это журнал по антропологии, и у них стриминг видео, экскавации, были раскопки одного артефакта, и 3D-скан этого артефакта был сделан. Можно крутить его, смотреть с разных сторон. А слева мы видим видеоинтервью. Это, на самом деле, медицинский журнал, и в этом случае статья, видео о медицинских, о медиках, о том, как их учат общаться с пациентами. Вот такого формата коммуникации, вот такое видео об этом. То есть следующее поколение форматов, оно выглядит, конечно, именно так, и авторы, и редакторы это понимают. Вот что касается инфраструктуры. И давайте теперь поговорим о том, как можно найти такой журнал. То есть, конечно, цитирование очень важно. И золотой стандарт качества журнала, да, это цитирование. Мы что поняли для себя? Даже если журналы не находятся в базе данных цитирования, все равно можно оценить их качество, их влияние. И как это можно сделать? Это загрузка статистики и посещаемости. И тут привлекли внимание наши цифровые комментарии. Все эти журналы имеют метрики и влияние, даже несмотря на то, что у них нет доступа к индексам цитирования. Вот такое более широкое понимание влияния, которое оптимизируется под Open Web, под поисковики в открытой сети. Надеюсь, что коллеги из Эльсевира меня сейчас не выгонят, но дело в том, что когда ученые ищут какой-то контент научный, именно здесь они и начинают, вот отсюда, с этой страницы. И как это изменение, собственно, исследовательской деятельности сегодня. Они начинают не со Scopus, не с Web of Science, они в основном идут в Google сначала. И именно поэтому цифровые моменты, цифровые возможности дают нам более широкое понимание. Именно здесь и нужно оптимизироваться, чтобы быть найденными именно здесь, в Google. И важно здесь, что аудитория
аудитория имеет полный доступ к таким ресурсам, и для полнотекстного поиска в Google, в Google Scholar и все остальные мы форматируем наши материалы. Сотни тысяч читателей, некоторые журналы уже получают миллионы прочтений, миллион читателей и скачиваний. Numeracy — вот один из журналов, как не знаю, как именно, нумерология, наверное, да, его правильнее назвать. Вы видите, работа с цифрами, 2000 посещений читателей, все благодаря тому, что все оптимизировано под Google, в частности. А есть еще другие возможности. У каждого редактора есть возможности, которые дает журнал. Можно это показать авторам. И основные вещи, над которыми мы работаем, поделиться своим импактом через визуализацию и через такой набор инструментов. Есть карты в реальном времени, которые показывают количество скачиваний и кто читает, сколько человек читает ваши материалы на первой странице. И также другие некоторые инструменты, которые географически показывают редактору, откуда ваши читатели, какие организации загружают ваши работы. Может быть, кто-то из ЮНЕСКО, или кто-то из Харварда, или кто-то из Российского министерства. То есть какие организации интересуются и загружают ваш контент. Это все видно редактору. И также авторы получают подобные отчеты, похожие отчеты. Мы много говорим уже здесь на конференции о том, как привлекать качественных авторов и международных авторов. И давая такие инструменты авторам, когда они видят, как работают их материалы, это очень полезный инструмент, и международные авторы тоже понимают таким образом, что есть ценность публикации в ваших журналах. А далее, социальные медиа и влияние в социальных медиа, в Твиттере, в Линкдине, на других сайтах, в других сетях. У нас есть тоже интеграция с социальными медиа, и можно видеть, как ваш материал работает в социальных медиа. Будучи частью Elsevier, мы также и получаем возможности, те, которые Elsevier предлагает, Scopus в частности. Если журнал в Scopus, то, соответственно, в статистике Scopus будет отражаться статистика, и мир тоже будет видеть, какая цитируемость, и все инструменты, которые Scopus предлагает, здесь они тоже будут. И наиболее важный элемент, наверное, второй, который касается discoverability, то есть когда вас видно в открытой сети. Третий момент я хотела бы тоже осветить. Сделать так, чтобы редакторы сделали как бы вашу жизнь проще. То есть нет необходимости мучиться с какими-то конфигурациями или ПО, или системными настройками, а только думать о том, как привлекать авторов. Вот так облегчить жизнь для редакторов. Мы называем это как бы магазин или место одного окна. То есть двойное слепое рецензирование и многие другие вещи, все это здесь есть. Для издателя тоже очень удобно. И есть кейс-стади, есть пример. Один из журналов из Австралии, который работает с нами, они смогли очень хорошо улучшить свои показатели с точки зрения своей работы. С того момента, как они начали с нами работать, они примерно 16 статей делают в год. И у них было 2 выпуска номера в год, теперь их 10 выпусков в год. Это на самом деле много, может быть, даже и слишком. Но, тем не менее, этот журнал сейчас индексируется в Скопусе, и они... Когда они на цифровую платформу нашу перешли, они как раз и подали заявку в Scopus, и их приняли. И кто вчера был у нас на семинаре Scopus, и завтра тоже мы будем об этом говорить, один из критериев, как вы знаете, это частота публикаций и большое количество статей. И чтобы редакторы понимали, как обстоят дела, действительно важны такие инструменты, и чтобы рабочий процесс был налажен очень хорошо и эффективно, и мы как раз здесь можем очень хорошо помочь. И вот еще несколько цитат от редакторов. Снизу справа говорится, что есть возможность принимать рукописи и за 12 дней проходить путь от принятия рукописи до публикации. Быстро, конечно, не всегда так быстро получается, но бывает. И в конечном итоге для многих из вас цель
Цель, конечно, выйти на конкурентные международные базы данных, и здесь мы можем вам помочь, если такая цель у вас имеется. Вот, опять же, журналы, которые тоже могут быть в разных базах данных, с Scopus, Web of Science, PubMed. Мы можем тоже дать вот такую базу для квалификации в этих индексах. Но, конечно, работа зависит от вас в плане публикации и качества журнала, публикации и качества статей. И что касается требований Scopus'а, их я знаю хорошо. Сейчас я некоторые детали приведу, просто чтобы вы понимали. С точки зрения скопусовских критериев, какие из этих критериев можно через цифровые возможности решить? То есть, когда вы используете цифровые возможности, журнал может приблизиться к выполнению критериев, которые выставлены. Базовые критерии — это иметь рецензирование. Да, у нас есть инструменты для этого. И тоже публикации на английском. Можно публиковаться на двух языках. Здесь мы тоже помогаем. И использование рецензирования, как я уже сказала, слепое рецензирование, стабильный веб-сайт, высокое качество контента. То есть мы некоторые из этих критериев, мы как раз работаем с некоторыми из ними. И также есть для журналов, которые хотят пойти дальше в своей профессионализации, у нас есть более продвинутые возможности, дополнительные сервисы, которые позволяют вам зарегистрировать ISSN и давать поддержку, редакторскую поддержку, корректуры и многие другие моменты. То есть те вещи, которые касаются более продвинутых услуг в издательстве. Поэтому общая концепция — это как раз вот такие базовые инструменты для профессиональной публикации. Они доступны всем журналам, и не так сложно их поддерживать и предоставлять на таком масштабируемом формате. И пока еще мы в США работаем активно, но выходим вовне и будем рады пообщаться с другими редакторами потом, чтобы предоставить наши возможности вам. Что ж, у меня все. Спасибо. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, tell me, please, whether it is... Вопрос такой. Разница в чем между Science Direct, прямая, так сказать, научная публикация, и цифровые формы? Значит, какова разница между Science Direct и виртуальными комментариями? Ну, я хочу сказать... Значит, может быть, это вопрос, касающийся функциональности или касательно разных типов журналов? Вы имеете в виду производстве, да? Понятно. Значит, Science Direct — это платформа для журналов, которые Elsevier публикует как издатель. То есть это селективный процесс такой, чтобы быть в Science Direct. Это те журналы, которые очень профессионально, так сказать, подходят к этому. Эта платформа имеет более расширенную систему форматирования. То есть они охватывают практически каждый аспект издательской работы. Ну, конечно, они предоставляют сервис, который масштабируем для каждого журнала. Самая большая разница, может быть, что он включает копи-эдитинг, так называемый инструмент, то есть имеется в виду, что это достаточно на высоком уровне все это делается, да, редактирование. А цифровые комментарии, digital comments, это мы просто предоставляем систему и инфраструктуру для этой работы. Вот и все. Вот и вся разница. То есть Digital Commons — это агрегатор, получается, да? Digital Commons — это хостинг, так называемый сервис. Собственный веб-сайт, да, у них есть? Да, понятно. Мы не агрегируем, не просто агрегируем, а включаем их в нашу систему. В этом заключается, так сказать, разница. Спасибо.